Всем большущий привет и мегапозитив вам, друзья, с вами Диджей Джей. Сегодня я бы хотел вам рассказать только новые, только лучшие и только музыкальные новости за прошедшую неделю. 3D-концерт от Guns N' Roses. Arctic Monkeys выпустит свой новый трек. В Лондоне появится собственная аллея славы. На радио BBC состоялись премьерные записи песни на стихи Стюарта Стаклифа. Дайдо возвращается на сцену. Бенни Бенасси выступил в Торонто. Диджей Бленд нашел себе спонсора. Пиратская станция Revolution в Санкт-Петербурге. Диджей Фил и Винтаж. Что же получится? Диджей Базука представила свою новую композицию. Диджей Лая сделал новый трек и показала только нам эксклюзив. Маркус Шульц и его гастроли по Украине. Guns N' Roses сделали свой первый концерт в 3D-формате. Прошел он в Южной Вирджинии в этот минувший понедельник. Группа сама заявила, что это была для них такая большая новинка. Ну, конечно же, видео будет доступно на их сайте. Arctic Monkeys выпустит свою новую композицию под названием State. Точная дата релиза еще не назначена, но примерно уже обговаривается, и она звучит где-то в феврале или в апреле месяце. Знаменитейший писатель Стюарт Стаклиф должен быть очень доволен, ведь команда BBC и радио сделали очень красивую и яркую композицию по его стихам. Трек называется «Шейла», и премьера будет уже в феврале месяце. Знаменитейшая британская певица Дайдо заявила, что скоро выйдет ее новый альбом, с которым она планирует сделать гастроли и посетить большинство стран Европы и Америки. Диджей Бленд ждет своих новых гастролей, которые ему организовал его новый спонсор, а точнее это Avell Recording. Бенни Бенасси выступил в эту пятницу в Америке, в городе Торонто. Как всегда, хаос от Бенни взорвал весь клуб. Ну и, конечно же, звезда добавила уже видео выступление у себя на сайте. Советую всем зайти и раскачаться по полной программе. В Санкт-Петербург идет новая революция, которую ждали все. Пиратская станция Revolution. Лучшая драм-бейс-музыка планеты. Лучший арт-спектакль планеты. Все это 16 февраля в Санкт-Петербургском комплексе СКК. Вчера вечером Маркус Шульц прибыл в Киев, откуда и начнутся его долгожданные гастроли по Украине. Конечно же, любой желающий может следить за передвижением звезды в его твиттере, ну или на его личном сайте. Друзья, ну а теперь о музыкальных новинках этой недели. Сегодня в прокате. Fenty, Love You Better. DJ Bazooka, Fucking Passion. DJ Lie, featuring song DD, Born to Fly. И долгожданная премьера от Phil Family, DJ Phil и группа Vintage с треком Звезда. Друзья, ну а мой эфир подошел к концу. Это были только лучшие музыкальные новости нашей планеты. С вами был DJ Джей. Я не прощаюсь, а говорю, еще услышимся. Слушайте только лучшую музыку планеты и будьте хорошими людьми. Bye. И научиться вновь дышать. И будто бы ничего не произошло, но в сердце пламенем вдруг зажгло. Просто открой свои глаза, просто сияй, как никогда. Кто эта девочка, звезда? Все это небо за тебя. И даже когда темно, и солнце далеко, внутри тебя есть тепло. Почувствуй, как твой свет сияет ярче планет. Его прекрасней нет, ты из груди свой свет почувствуй. Почувствуй.